Привет всем, я опять с вами, меня зовут Вадим. Сегодня я покажу вам поппинг. Прошу ваше внимание, начинаем. Ребята, это называется поппинг. То, что я делал, я фиксировал свои мышцы. И это один из тяжелейших стилей в танце, в хип-хоп-культуре. И если этим владеете, то это очень классно. Поэтому я вам объясню, как это начинать. Дома тренируйтесь просто, и все будет хорошо. Мы имеем здесь трицепс, мускулы и бицепс. Да? Мы имеем мышцы, крупные мышцы нужно напрягать. Просто получается ваша все задача не напрягать их постоянно, вот так стоять, как парализованный робот делает, да? Нет. Вы должны быть расслаблены. И когда просто движение идет, вы расслаблены, просто подбитых напрягаете. Получается, когда вам холодно становится и вас пугает, что вы делаете? Вы идете «О-о-о!» Тоже мышцы что делать? Сжимаются. То же самое здесь, они сжимаются. И вот это должно происходить только не все время, только в какой-то нужный момент. Подбить там, или это уже. Как это ваше дело, как вы будете, с какой музыкой танцевать. Но по-любому нужно учиться их фиксировать. Получается, раз, 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 фиксировать. Как можно сильнее, напрягать, напрягать, напрягать. Плечи не добавляйте, потому что выглядит это по-любому невкусно. Еще то же самое ногами. Пока я покажу руки и ноги. Это самое главное. Да? Ноги, вот эти вот мышцы. Попа, тут тоже колени напрягаем. И, конечно, мышцы тоже напрягаются. Получается, вы тоже... напрягаете. Хоп-хоп. Поменяем сторону. Сюда попробуем. Сюда попробуем. Можете даже два раза. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Да, и это с руками можно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Еще можно, конечно, вниз сделать. Получается, тоже напрягается. То же самое, столько вы, получается, садитесь как. Бум. Напрягаете. Бум. Все. Вот ноги делаете поворот. Чик. Да? Вот так вот пробуйте. Получается работа вот это, работа вот это, и все вместе. Хоп-хоп-хоп-хоп. Окей? Теперь делаем две восьмерки, да? Мы делаем вот такие движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей? Все вместе. Получается два раза мы делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, окей? Теперь быстрее. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Учите, тренируйтесь. До скорых встреч. Peace.